Кафедра информационных технологий топливно-энергетического комплекса – самая молодая в составе инженерно-физического факультета. В связи с широким внедрением сложных аналитических автоматизированных систем контроля качества и мониторинга на современных предприятиях, разработкой новых международных стандартов качества выпускаемой продукции и ужесточение требований к охране окружающей среды, необходимость в IT-специалистах на рынке труда существенно увеличилась. По этой причине с 2008 года на кафедре в рамках направления «Техническая физика» началась подготовка бакалавров и магистров по специальности «Физико-технические аспекты аналитического приборостроения». Студенты нашей кафедры проходят подготовку по современной программе, включающей фундаментальные дисциплины, такие как физическая оптика, спектроскопия, молекулярная физика, аналитическая и физическая химия. Также идет углубленная подготовка по компьютерной метрологии, автоматике, информатике и компьютеризированным системам управления технологичными процессами. В рамках специальных дисциплин изучаются приборы и методы контроля качества продукции и принципы построения автоматизированных анализаторных систем для предприятий топливно-энергетического комплекса нефтяной и химической промышленности. Кафедра имеет несколько современных лабораторий, оснащенных технологичным оборудованием, позволяющих проводить качественную подготовку в рамках программы обучения. Это аналитическая лаборатория по контролю качества нефтепродуктов, лаборатория физико-химического анализа веществ, лаборатория компьютерного моделирования и управления технологичными процессами. При подготовке специалистов кафедра сотрудничает с крупными научными центрами. Студенты кафедры проходят практическую подготовку на базе Всероссийского научно-исследовательского института метрологии имени Д.И. Менделеева, Института высокомерных соединений РАН и Института государственной противопожарной службы МЧС. Выпускники кафедры имеют широкие перспективы трудоустройства в современных крупных компаниях ТЭК, таких как Роснефть, ПТК, Газпром, Киришнефть, Оргсисинтез, Лукойл, ТНК, БП, Шелл и многие другие. Поскольку студенты нашей кафедры получают широкую практическую подготовку, позволяющую им после окончания вуза работать с современным аналитическим оборудованием и приборами, выпускники кафедры востребованы не только в предприятиях ТЭК, но и в лабораторных комплексах по исследованию и анализу качества веществ. А это и пищевая промышленность, и медицина, и фармакология.